ловит под клан. Всем привет, мы продолжаем проходить Human Fall Flat. Женя, Володя, привет. Привет всем. Я пока привет. Здесь куда-то ходил, смотрю, у меня уже здесь очаг горит почему-то. Ну, все безопасно, он этот... Зато все по технике безопасности, да, нетушитель даже принесли. Нетушитель подложен, тоже кочегу, если шел так. Ну, сегодня не просто так горит пукан, потому что карта сегодня довольно-таки сложная. Я не на карте, я вообще на каком-то экране. Что мне сделать? Эск нажми. Как? Эск. Давай качать волку. Ты его за ноги держишь, кстати. А получится взять его за руки и за ноги? О! Можно растянуть, если... Так, за что я его там держу? Ну посмотри, я его держу за руки, правильно? Ты правильно держишь, а я вот думаю, как мне именно за ноги ухватиться. Нагибайся как-то. Ай, ой. Я какой-то резиновый сегодня. За что-то я его там взял. За жопу. Сейчас мы на городке будем играть, хорошо. Где же мой на высоте? Цветочек к солнцу тянется и... Как так сделать, чтобы ты его за ноги мог хватануть? Ого. Не знаю, но все равно за жопу ловит. Ага, наверное, давай по одной аккуратненько. Давай я назад, а ты вперед. Растянем его. О, смотри, растягивается. Мой волка. А, это знаешь, ему надо, есть там кнопка Y, типа притвориться мертвым, и ты типа лежишь такой на земле. Что, его решил поджарить, жареный зефир? То я буду тушить, спасать, Волка, я тебя спасу. Как его там? Ну ладно, короче, запускай. Так, кстати, карта какая-то у нас сегодня. Ацтеки. Очень сложная карта. Сложная карта, там сложные есть достижения. Некоторые достижения мы даже не получили при первом прохождении. Да. Там вообще нереально получить некоторые, наверное. Да, очень много вариантов. Здесь, короче, как минимум 3 маршрута, по которым можно пройти эту локацию. 2 из них это быстрые, и 1 типа полноценный. По достижениям, значит, за прохождение уровня это конец. Дальше потом высоты птичьего полета. Здесь есть гнездо, нужно в гнездо залезть. Это еще выполняется. Потом эх прокачу. Там есть шар будет такой. Нужно на шару проехать. Получается, нужно бежать, типа как бы балансировать на нем. Мы так и не получили это достижение. И самое сложное достижение, как часы. Там есть, так сказать, бег с препятствиями, или как назвать. Игра кальмара. А вон, видишь, маятники. Вот ту локацию, там нужно пройти ее за 60 секунд. Это нереально. Капец. Ну, еще и с нашим пингом. Да не жопа пингом у вас. Не знаю, посмотрим. Берись. И пошла тумбочка. Бум. А громко было. А нельзя ее скинуть вниз вообще? Вообще полностью. А как мы тогда перейдем? Я не знаю. Наверное, а нет, наверное, у нас пукана не хватит. Даже втроем, наверное, не подымем. Интересно. Разве просто, через дышло? Она заскриптована или можно все-таки ее поднимем? Давай глубже воткнем эту. О, ну-ка подниму. Лица нет. Хоть немножко. Наверное, нет.
Наверное, не. Она заскриптована, либо у нее какой-то вес большой. Я не прилепил с руками с первого раза. А походу палка нам нужна еще, да? А руками мы не раздвинем? Не знаю. Не хватит пуки? Пробуйте, я пока притащу на всякий палку. Не. Донесешь? Ну, что? Да, вроде. Вести? Не надо. За конец брать, да? Ой-ой-ой. Что-то я схватился, упал. Это что такое трещало только что? Так, левее. Левее. Дырочка. Ой. Дырочка. Направляйте. Я буду конец направлять. Оп. И теперь надо всунуть. Фу. Оп. Ай, ла-ла-ла. Зашла. Угу. Теперь надо по сторонам поводить. Нет. Повожи как лево вправо. Давай, ой, навались. Пошла. Разошлась. Есть. Пролезем мы тут. Ну, мы зефирные полезем. Так. Тут еще головоломка. О, ну, где-то ага. Вот здесь вот это будет с птичьим гнездом связано. Буба-буба. Надо какие-то утяжелители ставить, да? А утяжелители, наверное, мы. Так, а ну-ка иди меня приподними. На ту клетку запрыгивай, на другую, на той стороне, вон, видишь? А я пойду там, где куб. Да, вот, и может даже прямо вот так на самый верх. Хватит веса. Ну, в теории вот так вот стенку, а, вот и так вот, да? На ступеньку, да? Вот так, руками. Оп. Оп. Опа, сучка, не долетел. Не. Давай еще раз. Не хочу липкие ручки делать. Запрыгивай, мне кажется, ты запрыгнул. Ага, да-да-да, запрыгнул. Если хочешь, Володька, можешь пойти со мной, я покажу, где... Буба-буба, достижение! Здесь вроде бы надо залезть на этот кубик. Подтягивайся, Вовик. Да не могу почему-то. Ага. Потому что там у ног нету упора, но все равно. Я второй рукой не достал. Как это сделать? Ну. Да. Оп. А ну-ка. Ноги твои сейчас на моей башке, ничего нету разницы. Сюда? Подожди, может я не сюда иду? Попробую. Я, наверное, или здесь, или... Не, вроде бы как здесь. Так, как же швыть? Да, 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 сюда точно иду. Я пойду достижение сейчас щелкну. Вон, кстати, наш шар вот этот. Ну, отпустился уже, да? Ну да, я же уже. Так, а вот здесь и кубик. Подтягивайся об стеночку. Ну вот так я пытаюсь. Туда, кстати. Чё-то там пузо селишь. Пузо застряло. Просто, понимаешь, не вижу себя. У меня камера. Я не вижу себя. Возьми. Блядь, что здесь не получается. Рукой. Цепись, подцепись дальше, дед. Смотри, а. Какая-то правая рука. О! Так. И
пошло, отпустился. Сейчас я, может, подниму. Блять. Так, здесь что-то не по плану, не, по... не выходит, блядь, залезть. Это нам надо туда вперед, опа, да? Ну, Вовик пошел куда-то туда. Я пошел достижение, сейчас покажу, я сейчас вернусь. Вы пока там с кубиком разбираетесь. Кстати. Каким кубиком? А, или кубик там нужен был для противовеса, но так как мы втроем, то нам кубик, наверное, типа не нужен. Это вот туда, в сторону, Женя, вперед надо идти? Ну, вроде так, да. Я почти долез. Вот этот кубик, его, по идее, надо скинуть, но у Вовика там какие-то свои. У меня достижение какое-то пикнуло. Есть достижение? Mm-hmm. Да, забраться на высоту дерева, еще полета, что-то там. А как-то можно, чтобы я не крутился, типа, персонаж мой? Звездочка вроде была. Ну хорошо, вот этот кубик, что с ним делать? Кидывай вниз. Ой. Я завис. А и когда я паузу поставил и забыл ее отключить? Опа, опа. Так, что вы здесь с кубиком разобрались? Да что-то там я положил его, не знаю, поднимаю, но... Нам вообще... Может быть, оно как-то рассчитано на несколько игроков, и не знаешь, что дальше с ним. Если я вылезу, получается, кубик. Ну, он типа нужен, да, он наверное, идет. Когда ты один или вдвоем играешь. А, он вот сюда, наверное, нужен. Слушай, да. Вот сюда вот, видишь? Угу. Его нужно сюда перенести. Так, ну, тогда или с той противовесом. Или вы к нам. Володе, вставайте противовесом, а я кубик перетащу. Я могу даже вот так вот прям руками. На стену, вот, типа, да? Об стену, да. Беру внизу, смотрю вверх, и он как бы его и держу. Так, теперь никуда его надо наверх. Вижу бантик, тень бантика вижу снизу. И оно, Вовка, хватай. Бляха, чё не хватает? Есть? Да. Всё, забирай. Так. Перенесли. Несем. Да, есть. Так, теперь надо, чтобы Женя поднялся. Там перелезешь, да? Да. Ай, бляха. То есть вот я понял, это надо. Все. Ай. Низковато. А там хватит вообще допрыгнуть? Есть. А, хватило. Хватило. А куда? Туда, если вот так вот, оп. А, можно вот там пролезть сбоку вообще. Без кубика. Пролазь. Возьми ты пролезь так. Вон там, с той стороны, видишь, где куб можно вылезти. Палка какая-то, но есть для чего-то. Опа! А можно вот так вот сделать? Что-то я не могу сюда забраться, к этому. А, или это надо... О, да, Волга, долетела ж. А как ты так далеко допрыгнул? Не знаю. Так, и что нам куда дальше? Для чего нам вот этот кубик? Можно скинуть вниз, а там разбираться. Есть а еще какая-то палка. Не, то мы возвращаемся. Ну, туда. Опа. Ага. Она. Надо как-то сделать. Противовес. Противовес. Палка для чего? Палка для чего? Палка может для того, чтобы кубик сбить было. А может быть, да.
Ну вот, допустим, так оно стоит. Ой, не хватает того противовеса. Не? Давай, я туда еще. Так, а все равно зачем? Мы что, не можем так? Может, мы можем... Все равно добежать. А ну. Ну, мы поддержим тебя. Допрыгнул. Сохранение. Это все, в принципе, готово. Так. Обловка. Ты, Вовка, пробуй прыгать. Давай. Оп. Пал. И... Да. Ну, приземлился. Не надо. Теперь у нас такой механизм. Угу. Наверное, прыгать, цепляться, но как им управлять? Ничего не понятно. Что, не допрыгнул? Не допрыгнул. Опа! Так, допустим, я допрыгнул. И он тебя перетаскивает на ту сторону, да. А потом возвращается. А, не возвращается. Не возвращается? Застряла. А что мне дальше, куда мне надо? Двинуть. Если я прыгну, я упаду, правильно? Ой, я упал. Ладно, сейчас я его рухну, там вроде есть, где его рухнут. Надо как-то вот туда наверх подняться, да? Куда? Чуть ты. Там, где палка зацепилась. Только как? О, ну-ка. И? Ну, подтягивайся. Так, залез, ага. Дальше что? Не знаю. Ну хорошо, ну, ну ты туда попал, а какой смысл? Ты можешь прыгнуть на луту или далеко этот? Она высока. Ой, я еще и упал. Ой, я тоже упал. Здесь, наверное, нужен рестарт, потому что что-то мы сделали, похоже, не так. Вот для вот какой-то пенёк был для чего-то непонятно. Тебе раскачаться. Ничего там не двигается, не рухается никуда. А если вот этот груз убрать? Не? Ну давай. Не, я его не могу поднять. Но он двигался. Вау! Я думал, я за крюк схвачусь. Угу. Так, ну что, я предлагаю рестарт, потому что... Так, главное не перепутать. Опа! Ты видел, как Вовка приземлился головой об камень и ушел обратно на рестарт? Ой, да, это было... Неудачно приземлился. Прям плохое... Я вообще ушел. Слушай, ну можно, смотри, как сделать. Один идет вот туда, противовесу, да? Бляха, что опять у тебя с интернетом? Это писец. Я остановиться не могу. Опа! Да он не допрыгивает. Алло. Добрый. Ну, допустим, если это для двоих, один здесь на противовесе, второй за дышло хватает и поднимает меня. Так, попробую еще. Так, ну со мной она не особо поднялась.
падаю. Противовес я убрать хоть бы как не могу. До верха я тоже не достаю. Слушай, а ну спрыгни с него. С груза спрыгнуть? Да, вообще спрыгнул. Ага, спрыгнул. Мне кажется, есть идея. Он... А, и еще надо выше, походу. Или как? Он там никуда не продвигается? Оно там в камень упирается. А ну пока держи его. Вот, а я не допрыгну, да? Далеко, наверное. Выпрыгнул. Сейчас я подымусь. Па. Так, смотри, я смог залезть на вот этот блок, видишь? Угу, я вот поэтому и говорил, что... Мне показалось, и что потом я смогу, блоки. Смотри, вот так походу сделать. Оп, и я залез. Да. А, вот так оставляешь. Ты сможешь запрыгнуть на груз и на камень. Ну, на вот этот зеленый островок получается. Ну вот я так и хотел, я же его докрутил. То есть мы были правильно, в принципе, сделали, да? Ай, бляха. Так, да, подтягиваешься, залазишь сюда. Там, наверное, камень мешает тебе вылезть. Вот почему на одной руке нельзя? Не, на одной не, он не подтянется. Чтобы подтянуться, нужно двумя держаться. Так, теперь на этот островок зеленый. Нет. Так, попробую так влево-вправо жопы покрутить, может он ее затянет. А ты отпустил одну руку вроде бы. И упали. Я уже тормозить не могу. Он настолько ватный, что просто... Ингуит? Да, я же говорю, что ватный. Mm-hmm. Блять. Хотел краю подать. Я буду тормознуть. Ну я тогда, когда у тебя на сервере играл, мне что интернет пинговал, да, было сложно играть. О, ты противовес разломал. Ёлка, ты сломал эту. Ляпу. Ну теперь остается только мне контрольную точку перенести. Ну давай, пока все равно Женя свистит. Ты можешь падать и появишься. Что случилось? Там немножко кран сломался у нас. Я нашел идею, как это. Но я поломался. Короче, мы должны были попасть вот на это. Так, сейчас под воды наберу. Вау!
принципе, это, здесь... Ацтеки — это сложно. Вот здесь вот достижение нужно на вот этом вот шаре балансировать до конца. Но не упасть в конце. Да, мы, помнишь, мы проходили как? Мы просто тупо держались руками за шар и крутились, о, как какашка на шару. Уже прошли, а да? Нужно как в цирке именно поверху на нем балансировать. То есть не нажимать липкие пальчики. Да, то есть не на руках просто висеть, а именно бежать... По шарику. По шурику, по шарику. Так. Что нам здесь нужно? Ага. Там вижу какие-то эти все... Кубы. Причем их много. Так, все, я тут. Вздыхай, появишься там. Ага. Как ты туда там? Здесь это наоборот, прыгнул. Здесь нужно доску вытянуть. И что, она упадет туда? Не, она будет не, как она это. Она упрется, да? Да, да, она как это, блядь, называется? На корабле. Ага. Так, и что, где тут? Не пробуй, я, правда, не тут прыгал, но... Эй! Ну ладно. Пять. Сейчас я туда долезу. Я не вижу, где я там иду. Они уже не долезут. Ого, ведь что-то там склоняется. Угу. А, теперь надо этот шарик, как ящик, перенести на ту сторону. Ну, наверное, надо забрать назад эту... Доску? Да, как она там называется? Не гильотина. Трап. Так, можно Ой, блин, я выкидываю. По прямой можно... Ну, это там и вверх не будем поднимать, да? Вот сюда нам. Ну, нужно. Может быть, наверх не ближе? Хотя не знаю. А она не самая, не шлепнется. А ну ты сможешь ее принять на той стороне? Не давай, Волков, берем вдвоем. Попробуем его. Я могу, конечно, сам шлепнуться. А ух ты, я через жопу взялся, подожди. Есть. Есть? Да. Все, ложить. И чуть-чуть, давай. Ложу. Так. Так, забираю бомбик. Опа. Блять, не вижу. Оп. Иду, не вижу, под ноги не вижу. Отлично, пришел. Сохранение. Так, а что теперь оно хочет? Наверное, надо подложить вот это вот, да. Поднять, если оно двигается. Да, да, наверное, да. Все, выше или надо. Или лезет, или... Ладно, перехвачу. Ого! Ну само стукнулось. Типа так. Допустим, работает. Так. Сейчас подниму эту. Так, подсовывай. Оп. Оп. Я возьму с этого края. Давай. Опа, бля! По зубам дало. А ну, я вроде бы держу, давай, подгоняй. Ближе. О! Я еще... О! Да. И что дальше? Так. Короче, смотри. У нас будет три попытки сделать это достижение. То есть по очереди идем. Например, я иду первый, показываю, что нужно сделать. Короче, до конца вот туда. Там, видишь, он в конце, вот там островок есть справа. Подожди, а как нам вообще попасть на этот шар? Вот так вот. Опа! Суть в том, что нужно запрыгнуть на шар и пробежать
на нем до конца. Понятно. Только не, не по одному, не все сразу. И в конце там нужно спрыгнуть. Но нельзя вот так вот схватиться за шар и просто как прилипшая какашка на нем крутиться. А просто свалиться вниз. Опа! Оп, 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 оп. Вот, например, это все. Это уже не хватит, я падаю. Ты появишься и, наверное, тут. Да. Дальше пробовал. Да, наверное, пока мы там не допрыгнем. В принципе, так что можно пробовать и пробовать. Можно даже вдвоем попробовать. Именно сказать, сбоку нельзя к нему присосаться. Присосаться не, можно, достижения не будет. Оп. Бля. Блин, я прыгну. Как-то надо на него так приземлиться успеть. Чтобы он успел встать. А у нас нету, наверное, этого достижения, да? Не, нету. Мы просто не поняли, что нужно сделать. Этот раз я вместе с видеоинструкцией смотрел. Так, оп. Оп. Оп, блядь. Можно прыгать на нем. Он катится. А, бля, я почти доехал. Не успел выпрыгнуть. Появился шар. Появился? Но не успею, да. Да. Оп-оп-оп-оп. Бля, бля, это сложно. А тут все достижения сложные, ё-моё. Готов? Джонни, ты готов? Угу. Опа! No, надо прыгать, иначе не успеваешь. Угу. Ай, сука, блядь! Я вообще-то... Там сейчас надо видеть, куда прыгать. Потом спрыгнуть. Правильно было наставлено. Ну, втроем сейчас. Так, летит. Летит? Опа! Надо, короче, на нем прыгать. Ой, я сейчас... Ого, там есть! Миры попадали! Ну, а блин, я думал, Вовка выпал, а он приклеился к шарику. В любой непонятной ситуации, включая липкие ручки. Да. Бегу. Ничего ты там выпрыгиваешь. Ну, не. Я упал. Короче, часть там можно пробежать по нем, а потом, когда не успеваешь, надо прыгать. Шар. Опа, пошел. Опа. Опа. Тут непонятно, да. Опа. Опа. Оп, 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 оп. Ай, блин. Ну ты дальше добегаешь. Я почти доезжаю уже. Ляха, я не могу на угол попасть этого. Я просто не вижу, как. Кстати, а если застопорить шар внизу? Опа! Твои души.
Не, липкие ручки уже не катят. Застопорить? Как бы я, допустим, стал внизу и чуть его притормозил. Где там едет? Едет? Должен ехать, по уже где-то он там был давно. О! Ува! Ува! Лишний раз. Бля! Это я улетел. А подходит. Шарик, вернись. Шарик, я просто доехать. Он вниз падает. Бегу. Ай, блин, не успел, сука. Не, ну если я на шарике так проедусь, то, наверное... Так, не катит. Так, шарик на подходе. Опа! Так, бегу. Ого, я перепрыгнул через шарик, ё-моё. Не падай, сука! Опля. В конце почему-то он уже не держится. Опа, на подходе. Оп. Прилетаем. Чирик-ч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 ирик. Блядь, и все, и теряешь, блядь, просто. Так, погнали. Я как понял, мы тут стрял. Блять, не перепрыгивай. Либо легко пройти липкими пальчиками. Ну, блять! Так, ну я допрыгнул, но только... Засчиталось или нет? Да. Поинт, блядь, будет. Вот почему лучше бы, конечно, чтобы мы несколько человек это сделали. Чтоб наверняка. Просто не хочется сейчас активировать чекпоинт здесь. Потом уже не сможем повторить. Ай, не попал. Опа! Оп! Ну, не знаю, если я его и застопорю, то ненадолго. Угу. Так, я понял. Ты видишь, я его замедлю. Так, замедляю. Так, идет. Оп! На. Так, капец. О, блин, перепрыгнул. Володя наш подустал, согнулся. Опа, шарик, я вижу шарик, вроде по тени был. Нет? Да? Да. Да, он оп. Должен быть. Оп. Блин. Ого, как он. Жопай! Блядь. Не успеваю! Я не знаю, так можно? Ты зацепился. А? Ты зацепился липкими ручками. Я не знаю, можно ли цепляться или нельзя. Бегу. Можно сразу бежать. Опа! Ой. Мать. Ой. Ну блин, я его перепрыг. Так, миллионная попытка. Опа.
блин, перепрыгиваю. Да. Надо где-то посередине не прыгать вообще. Или даже на чуть-чуть отошел от середины, тоже не прыгал. Только когда он тебя завернул. О-о-о, это что такое было? Я пропустил выход, сука! Остановку пропустил. Какой вы... Да, там чуть сложнее. А, блин, задом я перехожу его или перепрыгиваю. Ой, блядь, упал. Блядь, ну су. Ой, рано прыгнул, ой, рано прыгнул. Блять, сука. Где-то, блять, ускоряется. У меня чаще проблема то, что я перепрыгиваю шар. Не то, что я с него, типа, не успеваю по нему. Я его, наоборот, перепрыгиваю. Ай, блять, ай, блять, ай, блять, ай, блять. Дело в том, что... Блять. У меня было уже почти получилось. Я точнее даже сделал. Я просто... Блядь, мы то ли пихаем друг друга на подходе. А ты вообще только что сошел на него, я видел, да? Да. И не прыгаю, я бочком иду просто. Все. Да. Захожу на ту. Так, 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 так. О. Так, возможно, есть. Проверяю. Вот сюда нужно вылезть. Не, нету. А почему? Может быть, потому что хотя бы раз кто-то да и прилип к пальцу. Да ну, я не думаю. Хотя, ну, бля, я сделал все четко. Ну, оно засчитывает, кстати, вот с этого блока. Вот здесь должно было уже мне засчитаться. Давай сейчас подожду еще тебя. Я могу теперь постоять и тебе говорить, когда ты будешь уже подъезжать к точке, где нужно спрыгивать. А я к ней вообще не подъезжаю даже. Хм. Я раньше сдыхаю. Опа. О, перевзял и перепрыг. Перепрыгнул? Блин, просто так не получится. Опять, два прыжка и перепрыгнул, то, блин, прыгаешь. Короче, я не знаю, вроде бы я уже пропрыгал второй раз, но что-то ничего не это самое, не защит. Так. Оп, бля. 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 Бывает. Бля. 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 В общем, я перекусил. Ага. Оп, бля. Я на одну руку тянул. Сука! Прилепил шар, прилепил землю. О, чуть-чуть держу, смотри, стоит. Да. А ты оторвался. Да. Ага. Оп-оп-оп. Блять, не улетай, сука! Гусь! Так что даже с липкими ручками не так-то все просто. Нет, 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 сука. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ты что его так, сука? Если бы ты доехал до конца, тебе дали бы достижение.
такая. Такие ручки. Конечно, можно в бок там вон зеленая дырка. А, я, кстати, видел в бок. Ай, блядь! Нет, сука! Что ж такое, а? Момент, чтобы спрыгнуть, да еще то. Да, все так просто. Раздавливает мою башку. О, я думаю, что так замедлился. Ну, блядь. Сука. Потимся, но... Где огнетушитель? Здесь вроде бы четко иду себе, иду. Ну-ка, начинаю его перепрыгивать, отпрыгивать от него. И, блядюга! Короче, мы вдвоем доехали сюда. Ебучее достижение, не хочет срабатывать. Я вешу код. Код? Ты не вылезешь? Да. Не, ты там иди ищи сохранение. Хорошо. Короче, я не знаю, три раза я уже доехал так, как они хотели. Ничего не дается это достижение нам. Непонятно. А может... Есть сохранение, можно вздыхать. Да, прикол в том, что видишь, вот там, где ты говорил скоротко, да, вот там он можно тоже было выпрыгнуть, и там он еще одна головоломка какая-то. Короче, не получается он сделать это достижение. Уже второй куда раз. Куда надо было доехать? Доехать вот сюда. Вот. Вон, видишь, шар проезжает. И вот здесь нужно было с шара вот так вот перепрыгнуть, зацепиться вот сюда вот. Вот сюда зацепиться нужно было. И ты должен был получить достижение. Ну, куда оно, блядь. Не самое. Не работает почему-то. Вот хозяйская дитина. Что не так, непонятно. У меня есть одно предположение, возможно, это достижение делается в одиночку. Так, я не уже здесь настроил, но оно что-то не выдерживает, да? Угу. И этот маленький ящичек тоже подвинулся. Могу вот так вручную подержать его за землю где-то. Ой, блядь, это должно было быть. Я его скину. Так, я ж своими руками держу. А то поехало уже, да? Так, и как? А я не понял. А, о, может вот так. Алло. Ладно. Еще какая-то доска есть. Вот можно отсюда туда. Его надо не сюда. Найду хорошо. Но не мавишь никто. Я вспомнил. Доброе. А зачем блочок надо блок засунуть еще? А вот же, подожди. Вот. Может там высунуть на край, прижать у земли этим камушком и тогда прижать и отпрыгнуть. Так. Или это эту выезд уже? Хреновину можно еще. А ну, попихуйнуть бы его еще чуть выдвинуть. Вижу.
Достаточно? Надо. Перегибаемся, ничего не трогаем, не ломаем. Попля, попля. О, вот это еще одно конченное достижение. Вот эти вот маятники нужно пройти за 60 секунд. Вот там выход. А если... А если отсюда... Вот так вот, допустим, да? Вот так вот. Взять вот так вот и сигануть вот туда. Хуй! Ага. То есть здесь вот так вот появляешься, встаешь, долго встаешь, идешь туды, туды сюды, туды, туды сюды. Блядь, не схватился. Интересно. Блин, я получ... В какой момент? Надо удариться об него, отпрыгнуть. Мне интересно, для меня таймер сбрасывается, если я умер? Я не успел, надо было выпрыгнуть в конце. Так, где там, кто там? Ага, один здесь, еще не где. Я где-то тут лажу по низу. Бля. Мне интересно, вот когда я умер и упал, это у меня счетчик сбросился или не сбросился? Он еще считает себе вторая, третья, пятая, десятая минута. Или оно будет считаться только если я нажму сброс в контрольной точке. Ох, Володьку я видел, как жутко. Вылазь, жопа. А ну-ка, я не знаю, где кто, сброс контрольной точки. Я не знаю, где ты был, Женя, может, ты там уже был на финише? Нет. Часть видео я видел, он вот делает вот так, вот так вот. И вылазит на ту хреновину. Ну-ка еще раз пересмотрю. Попробую еще раз. Устаем. Раз бежим, когда этот в верхнем положении. В том, что нужно запрыгнуть на вот эту хреновину. А я уже не успел. Блин, здесь непонятно. Ты так проходи, если хоть увидишь намет, то поможешь. Куда я улетел? Туда улетел. Ладно, буду считать, что когда я умираю и появляюсь, мой счетчик сбрасывается. Время. Никто не делал почему. А, я долетел и скинул палку. А, ну можно вот так вот долететь. То есть суть в том, что нужно вот сюда долететь же. Так, потом вот здесь мы хватаемся. Вот так вот летим, летим, летим. Опа, опа. Сохранения, но достижения нету, да? Блять, значит, у меня не был счетчик, не сбрасывался. Сейчас бы было достижение. Не, ну... Что было движение там? Ты не факт, что ты успел за этих 60. Успел, потому что я коротким путем шел. Я не шел через все эти. Вот здесь, в принципе, не так-то все оно и сложно выглядит. Просто повторить уже нету возможности. Ну там есть, кстати, короткий путь, вот там можно в начале локации появиться и сразу вот сюда попасть, да, этот аттракцион.
Вот здесь мы долго не понимали, как нам пройти. Тоже с вот этим маятником. Да вот сюда вот так вот. Здесь он упирается. Здесь, наверное, залазит Вовка. Я его передвигаю, он забирает вот тот блок. Дотянешь, допрыгнешь ты к тому блоку или нет? Не знаю. А. Нет. Так, нет, тут все уже. А дальше ты вот не прокручивай, а мешает это. Дальше нет. То есть вот так вариант. Так как бы далеко. А если... А ну, Жень, на тебе это. А если... Это что, блядь, надо кубики все пособирать как-то, да? Наверное. А что ж такое? Не допрыгивается куда. Ну, он не так, может, да? Просто взять это. Допустим, я залез вот сюда. Ты меня можешь... Вот так это я делал, да. Вот, вот сюда. Буба-буба! Нет, я не допрыгиваю. Но я могу сделать лифтки и ручки. Но все равно непонятно. Допустим, не знаю, зачем он нам нужен. А может, мне нужно дышло перекинуть вот так сначала. Смотри, вот сюда. Во-во-во, я могу маленький сбить. Цепился непонятно. А ну, ты меня держишь. Смотри, вот так вот я беру маленький, скидываю блок, видишь? Я помню, вот эта вот штука для чего-то была нужна. А, это чтобы мы вот тот блок забрали. Вот, вот здесь вот что-то было, вот так вот нужно сделать, я точно помню. Вот сюда вот так вот заложить его. Это, наверное, чтобы забрать вот тот блок. А, теперь два блока вот сюда. Или куда? Ну, куда нам вообще надо? На ту сторону, да? Ну да, вот сюда получается куда-то. Это странно, как все дело. Так. Блядь. Не допрыгнем. Блять. Вот. А ну, как-то могу его. Не допрыгнем? Да не, без далеко. А может, эти ящики нужно на дышло? Ну, то есть на подставку, чтоб типа ручка куда-то да. Нас подняла наверх. Ну да, может где-то как-то по ручке, но я не как? Знаю. А он вообще на ручку может вылезти и стать по ней. Ну а так что не получится? Оп. Оп. Это не для того, не так? Оп. Нет, да? Опа-па! Нет, значит не так. Значит это убираем. А чё я не могу? Так. Ага. Ну, допустим, я полез, сейчас его опущу вниз. Опа-па. Блядь, не допрыгнул. Да нет. Вот так. Сюда.
достали? Сейчас, сейчас, попробую. Вот, сука, не. Давай тогда еще ее крути. Прям вот туда залаживай, как она была. А ну же, иди помоги Вовке засунуть эту палку. Это ж один так перелезет. Это не так делаем. Это тут. А если поднять оно вниз? Так, допустим, я залез. Теперь крути ее. Так, чтобы можно было... Ну, ты можешь только вот сюда вот крутиться или нет? Не, в обратную сторону крути. Может, сюда надо эти камни позагружать? Нет? А, ну что, если я вылезу? Она упала полностью. Один, слушай, наверное, надо если, было. Если мы загрузим туда камни, поднимется вот эта штука. И можем, мы ее можем как турник, типа прыгнуть липкими ручками на турник, раскачаться, допрыгнуть до следующей. Может, но без блоков ты на эту стену не запрыгнешь. Это я не понимаю. Сюда-то понял, без блоков ты не допрыгнешь. Может, одного хватит, не? Чтобы запрыгнуть? Или может, кто один будет противовес? Если я сейчас попробую допрыгнуть, я допрыгну. Не, не допрыгнешь. Чтобы ее опустить, это надо, как вы вот это делали. Запрыгивай в кубик. Так, я тебе просто не звуком подцепился. Не хватает моего веса. Только что нам это дает, я не понимаю. Это нам дает турник. Я не могу нормально его положить. Ну, допустим. Что? Теперь настраиваем турник. Поворачиваем его. Если мы его до упора, что нам это даст? Ничего? Не, вот так? Оно ничего не даст. Его надо где-то посередине поставить, наверное. Давай, ну, тяни, 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 тяни. Останавливайся. Ага. Все. Вот, все. Теперь иди смотри. Я не знаю, ли это так получится, но типа вот так допрыгнуть по турнику. Хотя, высоко. Наверное, нет. Наверное, высоко там. Непонятно. Как мы тогда сделали это? Ну, в принципе. Добрый день. Вдвоем, втроем я знаю, как поднять меня наверх. Ну, раскачкой, типа. Не-не-не. Типа... Только я не пойму, зачем тогда блоки нужны. Понимаю. Блин, а нельзя блоки засунуть вот в эту ячейку, из этого ничего не выйдет, чтобы потом вот прыгнуть. Это я тоже думаю, только они... для чего, не пойму. Но как-то... Как-то всё странно. Угу.
есть. Я... А если ящики нужны под... Вот. Хорошо, под. А что толку под нам даст? Не знаю. Прыгнуть как-то, если настроить его где-то сюда. Нужно попасть вообще на ту сторону. Оно выглядит так, что нам надо вот на этот балкончик с него на землю. Но как на этот балкончик попасть, там где это дерево? Это... Ну... Мы никак не можем... Получается, вот то дерево правое мы никак не можем обойти, да? Смотри, если, например, одного меня поднять, да? Если на вот там, видишь, где платформа? Вот туда наверх. Вот туда. Поднять два блока, угу. И кто-то будет с блоками стоять туда, там. А второй будет держаться за соплю. Потом ты оттуда скидываешь два ящика противовеса, и я типа палкой поднимаюсь вверх. Ну, хорошо. О, а, вон зачем нужно, чтобы оно уперлось, наверное. О, типа вот так вот, видишь? Чуть-чуть верни палку назад. Но если ты поставишь два блока, мне кажется, что ты и так на него залезешь. Мне нужно теперь спрыгнуть с платформы, чтобы опустилась палка. Ты берешься за палку? Я берусь за палку, то есть блок мне не нужен. Блок это для чего-то, для тебя, это противовесы. Я берусь за палку. Вы, в принципе, с Володей вдвоем просто запрыгиваете на платформу и поднимаете меня своим весом. А может быть, это надо, типа, зацепить там палку, потом туда противовесов накидать, оно упирается в этот блочок, и потом, когда ты эту палку высовываешь, оно вместе с противовесом... Наверное, да. Походу, вот так вот, как ты только что сказал, да. Но как их туда засунуть? Это ж надо прыгать вместе с ними, а ящики-то тяжелые. Ну да. Без ящиков туда допрыгнуть. То есть получается и вот так. Ну я могу... Ты можешь ящики поставить и дотянуться до платформы, либо допрыгнуть до нее. Это, ну мы оттуда убрали один ящик. Если бы мы его не убирали, а просто там... И то до него еще добрался. А ну вот так. Один ложишь, чтобы оно не подымалось. Стой. Потом берешь эту вот сюда. Упираешь. Идешь залазить. Уцепился. Один делаешь. Нет, не хватает, чтобы тебя поднимало одного. Нет. А если опусти, тогда я положу еще один блок. Ты его, наверное, надо еще завернуть. Так, допустим, лежит два. Там, может, надо будет подупереть к дереву. Высоко получилось. Ой, ё-моё, не то. Или пока его вытянуть, давай поправим его туда к дереву. Да, идет к дереву. Допустим. Да. Блин. Не подымешь, да? Закладываешь. Так. А? Чё? Высоко? А что ж такое?
Не должен много чего высока. Да. Одной рукой я дотянулся. Да. А ну, держишь? Держи. Ладно, езжай, допустим. А как езжай, если... Так, ну теперь и один. Ты держись, ты один. Если я сейчас отцеплюсь, то тебя поднимет, по идее. Давай, ну так. Цепляйся. Цепляюсь. И ты сейчас ножками должен, по идее... Ну, не хватает. Блин, я чуть не там схватился, за самый может, край ты схватился. На разгоне. Можешь перепрыгнуть. О! Почти. Ну, сейчас, если оно поднимет, может я тебя подкину вот так. Подкинь. Оу! Ну то, что я за самый край схватился. Ты можешь одной рукой типа поподнимать себя от стены. О, а есть точно. И опять. А там на той стене не получится захватиться и подняться. Ну давай. Непонятно. Что-то не то. Что-то то, но не то. Не, ну мы уже близко. Угу. Давай я уцеплюсь. Но ты можешь еще подержу, третьим грузом уцепиться за эту и поднять меня еще выше. Вот, я держусь. Держись. Можешь отцепиться и вцепиться по-другому. Как. Да, давай, есть. Все? Да. Цепляюсь. Не хватает. Но ты можешь попробовать уцепиться за груз. Ладно, третьим утяжелителем пойти. Попробуй. Вот. Уцепился? Да. Я как-то поднялся на самый верх. Не знаю ну как. Ну я наверху. С третьим грузом пошел. Все, отцепляйся, иди прыгай. Делай сравнение. Ну, все равно. Не знаю, может, когда в одиночку там как-то оно больше весит эти штуки. Не знаю. Оно... Ну, я помню, мы в прошлый раз с этим парились, и даже не знаю, мы как мы прошли в тот раз. Аж надо будет посмотреть. Ну, скорее всего, примерно та же самая идея у нас была, наверное. Мы сейчас вот эти уровни... Кстати, пройдем, потом откроются новые, где нас еще не носило. Где нас еще попадало. Мне вот только интересно, как там пройти одному. Так то есть все-таки нужно допрыгнуть до палки. Оп. Я не могу до нее допрыгнуть. Угу. Потому что я знаю как ее. Ну, там палка там на той стороне. Там палка на другой стороне, да. И сверху надо... есть какая-то палка. Надо ее палкой, наверное, нагнуть в одну сторону. Типа вот так. Ты куда там прыгнул? Никуда, я пришел сюда. Прокручивается. Это я помню, что нужно делать. Вот так вот ложишь, и она не прокручивает. Но она тебе прокручивается в другую сторону, дело в том, что... Она поднимается или что она делает?
полетел. Так, а где ты говорил, еще ты видел палки? А, вот палка. На сверху. Наверное, этой палкой надо ту палку достать. Як? Давай, бой на мечах, бери палку. Я со своего размаху как углупить по мордяке так. Нас. По жопе. На. Ждай, давай. Ты знаешь, как рыцари на разгон берем? А, как рыцари на конях? Ага. Да. Слишком длинная палка, не вижу прицела. Опа! Я через твою перебежал. А ну как джедай, давай. Так. А если вот так вот как шлагбаумом тебе как дать вот так вот? Где там ты? Настолько. Так вот со всего размаху. Попал. Как лопушка ляпает. Могу прицелиться по тебе. Ну-ка так. На. 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 Где там Вовка? Вовка! А мы можем его так вот дописюлить вот этим вот? Так вот. Сейчас как он прыгнет на этот, на Лендермен. А он может подцепиться на палку, а ты его тащишь вместе с палкой, если да. Хватит схиленый. А он схватился, он уже держится одной рукой. Держишься? Да, а если я к тебе еще задержу, мы двое его. Давай, Вовик, держишься, пошли. Опа, нихуя, держи, держи, блядь, за землю держись. Держись, вроде бы. Смотри, его под... О, да. А, он выпал. Он упал. Оп. Оп. Все, Вовик прыгнулся. А как он нас двоих-то утащил? На, он здесь уже. Так, нам надо теперь поправить вот эту штуку, да? Да, наверное, вот так вот взять палку, вот так вот. Угу. Бля, не достаю, слушай. Опа! Угу. А давай, подтолкни ее с той стороны. Оп. Так, этот штырь сюда ложу. А эту туда, да? А эту... не знаю. А эту сюда, наверное. Или куда? Ну, не знаю. А ну я сейчас вот так вот хуба. Тебе будет видно, куда ее надо. Или ну, не видно? Странно как-то. Это не то. Не то? А может быть их надо на вот эти вот большие. Правда, я уже не помню, насколько далеко оно достает. Может быть их надо... Не, наверное, дальше надо. А, надо ее, во-первых, там это правильно лежало, ты свою не туда положил. А я твою он уже перекладываю, думаю. А ты ее не туда положил, дело в том, что... Мою положи, там она правильно лежала, а твою надо было вот сюда положить. Да не, я вроде твою положил в другое место, должно быть. А куда ты ее положил? Вот, вот такое она должна как-то стать. Опа, опа. Меня зажало. А. Меня задушил. Меня душит. Помогите, блядь. О. Когда надо его... Хорошо, ну вот оно, допустим, его надо, наверное, потом еще как-то зажать. Вот так. Что? Ну ладно, иди пробуй.
не то? Нет. Мне кажется, я понял. И надо так само подняться на ту сторону, опустить ее и не идти пока. Я вытянул вот эту палку. Ты со мной не подымешь? Не, ну вы же ее наклоните. А, Володя, он лезет наклонить, ага. Давай, Володя, дальше. А подними палку, подпихни его. Все, держи так. Так. И она теперь надо, чтобы она не опускалась. Наверх, что ли, ее нужно? Да. А, увидел. Вижу. Запихивай. Запихнешь? Это типа как вроде эти, да, как палочки так, для суши. Да, но надо, наверное, держать, пока она не зажмется. Пока зажмется. Угу. Зажалась? Да. Или выскочила, я вижу. Ну, выскочила одна сторона, а вторая держится. Что, вроде бы как... Ой! Не сделай. А ну, Володь, Блять. Приподжми. Пойди на тот край. Ага. Чё? Нюкай. Ой. Кто скачет? Ну оно же вроде бы держится. Да? С одной стороны зажмёт, вроде бы... Ой, Волга, назад. Сейчас уже назад надо бежать. О. Давай, вот. Так, придержи, короче. Всё. Идите. Давай, Жень. Ну что, вы можете допрыгнуть? По да, идее, давай, поднимайся. Да. Ой, тут что, какие-то блок-механизмы. Ой, блядь, выпало. И оно там все повыпадало. Надо было вам идти сохраняться. Надо. Блин. Это что, все палки? Одна осталась. Это какая? Та, что наверху? А та, что наверху, ее все равно надо сбивать палкой. Гадина. Ну, хотя бы понятно теперь как. Угу. Или... А, ну, по-другому не если... получится. Не, если... Одной палкой не получится. Ходу все равно временно надо там палку поставить и там потом одну забрать. Не могу попасть. Бля, я ее не забиваю. Ну это уже конец, это уже мы перелазим и там уже финальные, финальные двери. Ну, мы так долго, ну мы вот там, блядь, с шаром этим долго. Да, если бы не шар. Долго на него время. Или бы еще одну серию сделать. Да. Так самое обидное, что не засчиталось. Ну и с вот этими весами тоже мы долго не знали. А, надо сначала эту, да. Надо, наверное, сначала на ту Вова. Сторону. А. Вова, смотри. Надо поставить вот здесь палку и на нее переть вот эту, чтобы вы там могли поставить нормально, чтобы она зашла. Вот сюда, где я стою. На блоке. Это надо под. Надо еще нагнуть. Не знаю, или на блоке, но... На блоке. Как раз будет хорошо. Потом ее все равно... Ой, мы ее что-то зараскрутили куда-то. Давай другую сторону крути. Или не крутится. Я держу упор. Я крутанул не туда, куда надо. Так, ладно, свою ложу. Первую положил. Можно прокручивать ее на это. Она сейчас не уйдет, надо убрать. Подпихни ее вверх. Блять, не могу ее положить, а кто? Что? Есть. Теперь. Все. Там тоже все. Фиксирую своей. Ну, по сути, теперь я могу убирать эту свою и тащить ее к тебе, да? Да. Нет, Женя, оставь ее.
Нам надо опустить вот тут край, выпало. Чтобы он встал на палку. Блин, я надеюсь, это хоть не верхнее. Смотри. Это же не верхнее, а не? Не, нет, у меня верхняя нет. Была. А как она так оказалась под гнездом? Ось. Я упор поставлю пока что с собой. Убью! Я вылетел. Хм. Есть? Наверное, если не выскочит. Ба! Ну, выскочила. Я успел. Сейчас, может, я еще сломлю. Ой, так, какие-то архимедовые, блядь, головоломки пошли. Там нету сохранения, да? Было, было. Диловик ты. Ай, ну, бля. Здесь, в принципе, один может поднять ворота, а второй может пролезть под ним. А, так... Так я даже могу сам пролезть. Что-то у меня нет вот этого момента прыжка. Я прыгаю, а он не прыгает. Есть тут такое. Смотри, где я. Я могу, в принципе, таким методом пройти миссию, не решая головоломку. Смотрите. Угу. То есть нужно пройти под двери. Я могу сделать... Смотри, вот так подымаю. Не, вернись, стой. Я могу сам вот так вот приподнять, записюлиться туда и вот так вот пролезть под дверью. Ой, да. Это прикольно. Ну а нужно, я так понимаю, вот этот блок потянуть, да? Вот так вот. И чем-то его утяжелить. Кстати, а второй вариант прохождения, короткий который, ты вот там он, где статуя, по ступенькам поднимаешься и в дырку проваливаешься. Mm-hmm. Это если бы мы его там где-то срезали через гнезда. Типа быстрое прохождение. Я не могу вылезти, я вылез. Так, что ж она хочет? Есть, смотри, тут блоки, цилиндры, походу. Есть еще какие-то вот такие ступеньки, ну, которые наверное, с места не сдвинуть. Можно, помнишь, мы походу доску подсовывали под утяжелитель? Но ступеньки вообще, не как... Ну вообще, что они хотят, как чтобы мы сделали, я не пойму. Кто понимает вообще? Задумку головоломки нашей. Кстати. Начальник, который я в процессе. А, это ступеньки вот недостроенные, кстати, вверх. Мы вдвоем-троем их не подвигаем, не? Нет. Понятно. Есть блок. Ну, можно они еще, конечно... Не... Ты же не понимаешь? Ты не понимаешь. Что-то я примерно не... как-то там... Это что ты хочешь сделать проверить? Что-то как-то... Хочу... Ой. Хочу удлинить эту палку, может, чтобы она достала туда, да. До может, этого. Надо сделать качель, чтобы поднять ворота? Ну, вот это один вариант такой, да. Качель для ворот. Да. А противовес для чего? Просто?
А, наверное, на качели поставить. Ну, чтобы поднять и держать ее. А, смотри, а ну-ка стой. Ой. Есть еще блок вот такой вот для чего-то. Не, ну блок, скорее всего, надо поставить, когда поднимем. Подпереть под ворота, ты думаешь? Не, я думаю, что поставить на вот эту доску. Типа блок сюда для этого, да? То есть поднимутся ворота, один подопрет ворота. Не, так оно, по-моему, еще проще. Вот эту палку сейчас туда продеваем, поджимаем, фиксируем и все. Просто вот я этот, думал, да. Может, нам надо на вот эту штуку сверху типа насыпать какого-то барахла. О, может быть, это... Да. Короче, будет качеля для ворот, да? Да, это, наверное, проще, только прошу достать это. Держусь. И помогу поднять. Так. И теперь эту штуку надо продеть вниз. И хуйки ее вперед. Пролазит? Чуть-чуть, да. Все, Вовикина идея. А что происходит? И теперь вот этот куб. О, смотри, как я ящик взял во все руки, на всю ширину рук, смотри. Ага. А ну брось ящик. Брось, теперь брось ящик. Перетяжелитель на другую сторону. Ладно, на. Давай. Попробуем, давай, накрай. Туда. О, как-то где-то тут, да? А ну, о, ну что-то оно там поднимало. Не... Ну да. Так. Странно. Не, я не пихаю. Вес. Мы, кажется, сильно много туда засунули. Ну. А, ну же это моя туша там мешала, не? Там волка за ворота делится. Короче, непонятно. О, как оно хотелось вообще, не пойму. Ну вот все равно сюда засунули этой палки. Там уже все, мы уже сделали. Оно все равно кое-как поднимается. Блять. Я мог бы тогда его так вот сделать. Аляулю, тудут, 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 тудут. И пролезть вот так вот. Короче, непонятно, как оно хотелось там делать. Полтора часа мы занимались пирамидостроением этим. Падай. Вот это тоже, блядь, бешеная локация, темень. Так, ну что, ребятки, со стеками у нас чуть-чуть не получилось. Ну как-то прошли. Два достижения сложных мы так и не сделали. Что первый раз прохождение, что второй раз прохождение. Печку. Это затычка ему вот так вот. И так прожарится. Замуровали и демоны. Они влазят, смотри. Оп. Все. В избушке. Ага, так, ребятки, да, на этом можно сегодня серичку заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока. В следующей серии будем мучаться с этой локацией темень. Женя, Володя, пока. Пока. Пока.